Помните свой выпускной бал? Первый серьезный рубеж. Позади детство. Впереди вся жизнь. Долгая. Звенигород. Имя твое словно вызвонили колокола древнего Кремля, что на городке. Звенигород. Слава о косе твоей издавна звенела по всей Руси. В 1784 году приехал в здешние края Антон Павлович Чехов. Он пытался тогда заняться ли ему врачебной деятельностью или литературой. Ведь в 83-м вышла у него лишь первая книжка рассказов. По воспоминаниям младшего брата-писателя, Антону Павловичу пришлось окунуться в самую гущу провинциальной жизни. Кроме лечения больных в земской лечебнице, он исполнял еще и должность уездного врача, потому был обязан выезжать судебным следователем, исполнять поручения местной администрации и быть экспертом в суде. Больница в Звенигороде носит теперь имя Чехова. Шумят на ветру деревья, посаженные почти век назад самим Антоном Павловичем. В то же время, что и доктор Чехов, родился в Звенигородье начинающий художник Исаак Левитан. Недаром Антон Павлович окрестил местные пейзажи левитанистами. Скромные эти места именуют иногда русским Барбизоном. Левитан, Репин, Суриков, Архипов, Савасов, Рерих, Грабарь — ярчайшие созвездия российской живописи взошло и засияло здесь. Сердце Захарова связано для нас с именем Пушкина. Возлюбил поэт сей мирный уголок, с которым роскошь незнакома. В послании к Юдину он писал: «Мне видится мое селение, мое Захарово, оно с заборами в реке волнистой, с мостом и рощей тенистой, терцалом вод».
перед вступлением в большой город река словно робеет. Точно скромная мать, что пришла в гости к знаменитому сыну, смело стучит она в городские ворота. Такому гиганту подарила она свое имя. Мне кажется, в Москве как бы вторую свою, совсем новую жизнь начинает река. Химки – начало странствий, конец дальних путешествий. Медлительность ожиданий, радость встреч. Со всех концов страны поспешают в столицу гости – из Петрозаводска и Ленинграда, Казани и Перми, из Астрахани и Ростова-на-Дону. Скажу честно, я немного завидую тем, кто сегодня увидит Москву впервые. Порт. Частенько мы воспринимаем это слово по-гыновски. Гельгю, лис. Баган. Но есть поэзия в будничной жизни современного грузового порта, в беспрестанном движении многотонных кранов, в ровном гуле земснарядов и барж, во вскриках юрких буксиров, в длиннотах теплоходных свистков, да-да, именно свистков, как говорят речники. Но главная красота, конечно же, в умном труде человека. Грузовой порт. В единый узел стягивает он 5 таких непохожих друг на друга морей. Белое, Балтийское, Черное, Каспий и Азов. Все флаги жалуют сюда, к нам в столицу. И давно уже утратили былую противоречивость понятия «речник» и «моря». Покидают Москву корабли. И в самых дальних пределах не раз с добрым словом вспомнят капитаны скромных и трудолюбивых людей, московских портовиков. Когда-то давным-давно пленились здесь широкие заливные луга. И помнится, еще четверть века назад были Лужники одним из неказистых районов столицы. Сегодня Лужники – главный стадион страны. Год 1980. Хлебом, солью встретит гостей и участников Олимпийских игр Москва.
как это правильно. Символ мира, Олимпийские игры в Советском Союзе, в Москве. Что всем рядом, в каких-нибудь 300 метрах, пульсирует одна из самых напряженных магистралей — Ленинский проспект. 200 лет назад восхищался нескучным садом академик-естествоиспытатель Палас. Сад сей не только не имеет себе подобного во всей России, но и со многими в других государствах равнен быть не может. Тишины и покоя. Как ты порой необходима в круговерте большого города. Thank you.
путь, пожалуй, пора. Время нынче поспешно и круто. Впереди у нас труд и заботы, и множество дел. Но петляет река, и хитрит, и не хочет, как будто со столицей проститься, покинуть сыновний предел. Я ее понимаю. Всегда пред дорогой дальней, средь вокзального шума, в говорливой толпе городской, наступает момент, вдруг становится остро печально расставаться с Москвой, хоть на малое время с Москвой. Краток бег ты стока до устья, километрами ль мерить, часами ли вот бытие, и за вереломну река исполняется грустью, и впадает в оку, и теряет название свое. Но наш прошлым и будущим нерасторжимые связи, и бессмертна природа, и память людская крепка. Оттого-то в секунду впадения в дремучем лесу возле Вязьмы вновь свой бег начинает Москва, невеличка река.